Кто-то находится в приюте с самого рождения, других подбрасывают. Большинство собак попадает сюда после отлова. Тут им делают прививки, по необходимости кастрируют или стерилизуют. Дальше для волонтеров приюта наступает самый сложный момент – пристроить собак в любящие руки. Сторожевые, охотничьи или домашние – у каждого питомца свой характер, но все нуждаются в любви. В городском приюте по содержанию безнадзорных животных любой желающий может обрести себе друга по душе. Это Алена. Ей 2,5 года, как и положено. Девочка привита от бешенства и стерилизована. По характеру очень дружелюбная и ласковая. Отлично ладит с другими собаками. Станет надежным товарищем в квартиру или частный дом. А это мальчик Бим. Ему 1,5 года, в приют попал по отлову и уже год ждет любящий дом. Он больше не вырастет. Вот он такой вот маленький. Тоже кастрированный. Со слов волонтеров приюта, Бим не самый лучший охранник. Людям доверяет и лаять на всех прохожих не будет. Очень игривый и умный пес. Маше 1 год, в приют также попала по отлову. Девочка очень активная и дружелюбная, отлично ладит с другими собаками. За время нахождения в приюте ни разу не проявляла агрессию, собака стерилизованная, очень ждет будущих хозяев. А вот для этих малышей еще не успели придумать клички. Им всего месяц от роду. В приюте оказались совсем недавно. Девочки темной окраски с белыми пятнами и один мальчик с характерными коричневыми лапками и мордочкой. Волонтеры обещают, что с последующей стерилизацией или кастрацией щенков они помогут. Самое главное – найти правильные руки и теплый дом. Если именно в вашем доме найдется место для кого-то из этих четвероногих, вы можете обратиться по телефону 8-902-669-1425. Ирина Суконкина, Евгений Фролкин, Народные новости.